Привет, друзья! По многочисленным просьбам трудящихся и не только трудящихся просят показать, как подготавливается ЦКТ к следующей партии пива. Вот у меня как раз харьковский лагерь слили, ЦКТ освободилась, и сейчас я покажу, как его подготавливаю к следующей порции. У меня как раз вон там, слышите шум? А чё слышите шум? Пойдем, покажу. Вот у меня тут основной. Тут отварочка закипает. Короче, готовится у нас уже следующее пиво. Через часов 5-6 уже будет готово сусло. Так что надо подготовить нам ЦКТ. Перво-наперво мы сбрасываем давление. Но не так сильно. Вот совсем по чуть-чуть. У меня уже, в принципе, тут 1,2 где-то было. Вот, я потихонечку сбрасываю давление. Уже практически упало, остаточки остались. А пока она добрасывается, мы оденемся в красивую куртку. Вот такой у меня комбинезон северного моряка. Я люблю Северный флот и люблю я Северный флот. Спасибо вам большое. Или ловца крабов. Вот такие вот защитные очечи. Обязательно. Обязательно. Без них никуда. И вот такая вот у меня есть, как же она закрутилась, ага. Вот такая интересная приспособа, потому что в ЦКТ лампочки нету, там темно как, короче, темно. Там поэтому нужен фонарик. Ну и все, берем ключ, вот такой ключик, с головкой на 19, вот так аккуратненько и плавными движениями, не спеша, откручиваем. Все открутили. Так, готово. Спелеологическая экспедиция началась. Смотрим сюда. Ничего не видим. Включаем налобный фонарь. Все видно. Вот такие вот у нас остатки здесь. Все это надо вымыть. Особенно... Видно? Особенно вот это вот кайму, она подзасохла, старая ДК или ДК, 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 а как правильно, ДК или ДК, неважно, главное вот эту каемку сбить, и сбивать мы ее будем мойкой высокого давления. Так, это снимаем на мойку и дезинфекцию. Так, вот через такой переходничок сливаем густые дрожжи, остатки. Так, и подключаем шланг. Так, и все, что мы будем вымывать, все будет сливаться у нас остатки. Канализацию.
вот так вот снимаем основную грязь, самую мощную, скажем так, чтобы нам сип-мойку не забивало ей, и в канализацию. А потом закрываем и подключаем сип-мойку. Ну, все покажу. Ну, вот так вот она грубую помыли. Теперь откручиваем краны и фитинги. Теперь нам нужны перчатки. Будем работать с грязью, с дрожжами. Всю эту байду вытягиваем и будем мыть. Все это грязненькое. Водичка эта нам не нужна. Так, и набираем. Ну вот это вот надуксусная кислота. Разводим в концентрации 0,3-0,5%, где-то вот так вот. Перемешиваем все хорошо. Все это тщательно промывается. Также чистятся все отверстия хорошо, дезинфицируются эти. Так это промывается. С дезинфекцией лучше не жадничать. Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому хуже не будет, если промоете лишний раз. Это точно. Щуп, термометр. То же самое. Но его аккуратно, он с проводом, поэтому отверстие от него тоже. Все одеваем на место и будем мыть сип-мойкой. Ну и все, можно подсоединять к сип-мойке и колбасить. Закрываем нашу крышечку. Опять плотненько. Так, шпунт-аппарат снимаем наш. Он нам здесь не нужен. Пойдет дезинфицироваться в наш тазик. Пока. А мы сюда подключаем шланг подачи чистящего раствора. Сип-моечка. Здесь у нас уже щелочь горячая 80 градусов, и она будет подаваться вот сюда по трубам. Вот так шланг так поднимается, и подача пошла на сип-головку. И там сип-головка есть, которая крутится и разбрызгивает этот раствор. А выходить это все будет отсюда
И сейчас я подключу. И все. Открываем. Это у нас пошла подача, это обратка. И она в закрытом режиме будет циркулировать горячим раствором на основе активного хлора 80%, 80%, 80 градусов вот, температурой. Все это промоется, остатки грязи, дыки, дрожжей, все, что не отъелось от мойки высокого давления, все это смоется горячей щелочью. Потом это промоем водой и запустим такой же цикл, только вот с этого бака здесь находится надуксусная кислота с перекисью водорода. И потом финальный аккорд промоем точно так же, подача, обратка в закрытом режиме, минимум полчаса будет промываться еще перекисью водорода с надуксусной кислотой. И будет все чисто, продезинфицировано, идеально будет. Так что дезинфекция на первом месте. Это один из самых главных этапов. Блин, я даже не знаю, какие этапы не главные. Все главные этапы в пивоварении. Какой-то этап упустишь, и все ушло в сторону. Открываем здесь подачу. Открываем после насоса подачу. Тут открыто, тут открыто. Там открыто. Включаем насос щелочи. И слушаем, сейчас должна заработать СИП-головка в ЦКТ. Все отлично слышно. Кран у нас открыт от излишнего давления. Вот такая, друзья мои, процедура мойки и дезинфекции ЦКТ. Уделяйте дезинфекции пристальное внимание, и будет ваше пиво всегда чистое, свежее, не пропавшее, и будет храниться годами, если захотите. Все, пока, хорошего всем пива.